700 дворов очистили от снега волонтеры в районах области. В Новосибирске подвели итоги акции «Снежный десант». С 28 января по 8 февраля бойцы студенческих отрядов помогали пенсионерам и ветеранам, показывали школьникам мастер-классы о здоровом образе жизни и развлекательные программы. Александр Потенихин о том, чем участникам запомнился десант. Энергии и задора им точно хватит, чтобы обеспечить электричеством небольшую деревню. Однако их сил хватило на то, чтобы зарядить всю область. Студотрядовцы подводят итоги акции «Снежный десант». По традиции у каждого отряда здесь свой фирменный девиз. С каждым годом все больше конкуренция растет у отряда, все больше у бойцов студенческих отрядов как растет спрос, к отрядам растет потребность. Конечно, такая акция нужна. И ребятам только в удовольствие приносить какую-то пользу. Снежные десантники в районах области ежегодно помогают нуждающимся. За каждым отрядом закреплена территория, где бойцы студотрядов безвозмездно делали добрые дела. Больше всего запоминается именно атмосфера деревни, потому что это совсем другой мир. Люди там другие, и они по-настоящему искренние и добрые, и взамен вообще ничего не требуют. И вот очень приятно делать что-то просто за человеческую доброту, настоящую, искреннюю. 15 отрядов и свыше 300 участников. Вместе они помогли пожилым людям расчистить 700 дворов от снега, а также посетили 150 школ, где провели мастер-классы и развлекательные программы. С каждым годом акция становится все масштабнее. У нас в этом году поехало 5 человек, из которых одна вообще поехала в Омский десант. Вот, и учитывая, что мы только в прошлом году вообще впервые участвовали, студенты нашего университета, в этой акции, я уже считаю, что это потихонечку, ну, хорошая уже цифра. Мы работаем и с кандидатами, и с новичками, что нужно ездить такое, чтобы привлекать их, то, чтобы в следующем году они поехали. Снежный десант прошел в Новосибирской области уже в 9-й раз. В следующем году студенты продолжат свое благородное дело – дарить радость и помогать людям. Александр Потенихин и Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.